Лучших спортсменов и тренеров, а также людей, которые помогают добиваться самых высоких результатов в спорте, наградили ежегодной премией губернатора Омской области «Доблесть». По итогам 2012 года победителей выбрали в 14 номинациях. Из рук главы региона Виктора Назарова лучшие из лучших получают заслуженные награды. Я сегодня хочу сказать всем спортсменам огромное спасибо за то, что вы делаете для развития Омской области. Ну и, несомненно, лауреатам премии, которые мы выбрали, конечно же, хочу пожелать прежде всего на том, чтобы не останавливаться на достигнутом. Я считаю, что есть еще у нас силы и задел для того, чтобы популяризировать спорт на территории и приложить максимум усилий. Ну и, конечно же, пожелать всем лауреатам, прежде всего и им, и их семьям, и близким, здоровья, успехов, ну и дальнейшего развития и вложения своих сил в развитие спорта на территории Омской области. Из 80 соискателей на премию в этом году комиссии пришлось отобрать достойных. В очередной раз номинация «Лучший тренер» была присуждена Вере Штельбаумс. Такую поддержку нам большую оказывают в нашем виде спорта, художественной гимнастики. А мы будем стараться продолжать традиции, которые у нас есть. Большое спасибо. В номинации «Сильный духом» премия вручена Прохорову Никите, заслуженному мастеру спорта России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В номинации «Детский тренер» признание удостоен Виктор Чемоданов, ветеран спорта Нина Кабанова, лауреат в номинации «Спортивное долголетие». Лучшим учителем физической культуры признан педагог Новоархангельской средней школы Любинского района Сергей Конради. Я считаю, что учитель физкультуры, прежде всего, цель основная – должен научить детей всему. Допустим, я не зацикливаюсь на одном виде спорта, а стараюсь, чтобы дети научились играть, бегать, прыгать на лыжах, на коньках, хоккей, то есть развивать различные физические качества. Я не думал, что это так все это будет в таком широком масштабе, красиво, празднично. Но я рад, очень доволен. Предсказуемо, что лучшей спортсменкой года вновь признана Евгения Канаева. Правда, сама прима мировой художественной гимнастики на церемонии не появилась. Как объяснила ее тренер Вера Штельбаумс, получавшая за свою подопечную награду, омская грация сейчас занята подготовкой к свадьбе.